Это у нас газонокосилка, да? Да, озонокосилка, фреза для кошения травы, то есть электро- или бензокоса. То есть, если на фрезе срезали зубы, ну вот видно, они были срезаны тут полностью, можно ее восстановить самому. То есть, что для этого нужно? Вот так поставил, взял маркер, поставил ровненько, прокрутил. Появилась практически ровная круг, ровная линия. В эту линию болгаркой прорезал прорези. Ну, вот здесь вот видно, прорезается прорезь дальше. А, до линии. До линии, да, чтобы зубы были одинаковые. И потом просто болгаркой делаются зубы. Маркером можно поотмечать. И вы это можно сделать лучше, ну, таким образом. И тоже зуб затачивается под определенным углом. Ну, в принципе, лучше под тем, который был производителем задан. Образом получается практически новая фреза с заостренными зубами под определенным углом. Потом ее чуть-чуть поправить. Вот. Ну и в принципе она еще один сезон прослужит, можно много и траву, и сено накосить. То есть это фактически новая фреза получается, ну, да? Да, да, она будет, конечно, по чуть-чуть тупиться, но косить будет хорошо. Ой, очень интересно, спасибо огромное. Того, чтобы его выбросить. Вообще. Спасибо, Руслан.